В администрации Серпуховского района состоялось еженедельное оперативное совещание. Начался новый учебный год. За парты сели 3730 учеников. В Зубренке в течение сентября будет проходить дополнительный набор в спортивные секции. Теплосеть продолжает подготовку к зиме котельных и сетей Серпуховского района. Промываются системы, проверяется готовность запорной арматуры. Около 4 километров тепловых сетей будут заменены. Особое внимание уделяют объектам, где в предыдущие годы при включении отопления возникали проблемы. Сельхозхозяйства района вплоть до сентября вели борьбу с борщевиком. Эту работу необходимо проводить и в будущем. С 2000 гектар уже собрано 5 тонн зерна. Осталось убрать зерновые на площади 200 гектаров. 9 сентября в регионе пройдут выборы губернатора. В Серпуховском районе будут голосовать и за главу муниципалитета. Избирательные участки готовы к работе. До окончательного утверждения списков кандидатов осталось 5 дней.